Всем доброе утро. Сегодня у нас вторник. Буду собираться на работу, буду использовать новую косметичку. Наконец-то я ее собрала после долгого времени. Говорю, уже последний раз такое видео у меня с косметичкой было 16 января. Вот, и всегда приятно использовать новые продукты. Ну, в плане того, что вроде и старые, но давно не использованные. Есть, конечно же, новинки, которые я буду тестировать. Хотя я уже вчера делала макияж с палеткой, которую я сегодня снова уже такой же макияж выполню. Хочется на камеру показать его. Ну и некоторые продукты я использовала, и у меня аля такое первое впечатление есть на них, да. Такое второе уже будет впечатление. Сижу, пока еще кофе пью, просыпаюсь, можно сказать. В принципе, когда у меня будильник зазвенел, я сразу встала, не валялась еще 2-3 минутки, можно сказать, как обычно я это делаю, а сразу же соскочила из постели. Так, попью кофе и приступим. Буду использовать я палетку от Beauty Bay. И вот я думаю, сделать такой же макияж, который я вчера создавала на работу, или все-таки что-нибудь другое. Просто я вчера использовала вот этот оттенок, который я вам говорила, что при свотче мне показался по сиянию как Pat McGrath. На глазах, конечно же, Pat McGrath намного ярче смотрится. Вчера я это уже обратила внимание, но тем не менее классный оттенок. И вот я не знаю, сделать такой же макияж или все-таки какой-нибудь другой. Давайте приступим по ходу дела, я посмотрю, что буду делать. Вчера, кстати, использовала я праймер от Revolution Pro. И на Revolution Pro почему-то у меня матовые оттенки, темный матовый оттенок коричневый из этой палетки, он пришивил. Он пришивил, поэтому я сегодня попробую нанести базу от Urban Decay. И надеюсь, такого у меня не будет. Но посмотрим, возможно, все-таки эту палетку нужно, ну то есть темные оттенки из этой палетки нужно наносить сразу. Сначала темный цвет, а потом уже светлые оттенки наслаивать сверху, ну, на складку века и так далее. Хотя, с другой стороны, мне очень хочется проверить. Но если бы я такую же технику, как обычно я это делаю, со светлого начинаю к темному, перехожу, то как себя на базе Urban Decay все это поведет? Тогда, наверное, да, сделаю точно так же, как вчера. Так, припудрю я только складку века. И немножко внешний угол глаза, потому что я то же самое вчера делала. Говорю же, хочу проверить тени. Девочки, я вчера домой приехала, прочитала ваши комментарии. Спасибо всем большое, но у меня вчера не было времени ответить. И я, в принципе, рано пошла спать. Почему-то я вчера очень уставшая была. Такое ощущение было, домой прихожу, я даже мужу говорю. Так себя ощущаю, говорю, как будто уже пятница. Как будто целую неделю отработала. Такой насыщенный день был. Вот. Так. Какой оттенок? С какого оттенка мы с вами начнем? Да, в принципе, я знаю. Говорю же, буду делать практически, наверное, тот же макияж, как и вчера. Возьму на складку века светлый оттенок. Это он самый светлый из палетки. Эй, не договорила, да. Он у меня на складку века пойдет и на внешний угол глаза немножко. И да, рано пошла спать, комментарии ваши прочитала. В плане того, что рано, как рано, не сразу, когда приехала домой, да, там душ приняла. Нет, я сначала суп приготовила, борщ приготовила. Пока он варился, пошла душ приняла быстренько. Потом поела, чуть-чуть посидела и легла в постель, поиграла мою игру Merge Magic и все, уснула. Так жарко вчера ночью было. Проснулась от того, что мне безумно жарко. Вот. Я, кстати, прочитала, что вы ждете
парфюмы, которые я уже давно заказала, никак у меня руки не тянутся их вам показать, девочки. Я их тестировала, вы знаете, мне кажется, все-таки некоторые, ну, пару ароматов, они настолько легкими, вот когда у меня холода были, я практически их не ощущала, а вчера одела один парфюм, который купила, и он настолько ярким показался, потому что у нас чуть-чуть потепление на улице. И знаете, с чем может быть это связано? То, что я никак вам не покажу эти парфюмы, потому что, наверное, они не настолько вау меня впечатлили. Да, неприятные, но нет уникальности. Возможно, это связано с тем, что когда знакомишься с нишевой парфюмерией и от люкса, и от бюджета ждешь какой-то уникальности, да, каких-то необычных ароматов, но такого эффекта у меня не произошло с этими парфюмами, но они классные, хорошие, приятные парфюмчики такие. Обязательно вам покажу, но я не думаю, что на этой неделе не буду снимать, а в конце недели постараюсь. Постараюсь, девочки, не буду обещать, но постараюсь. Я все сижу на сайтах различных, смотрю на парфюм Xerjoff Golden Dala. Как же я его хочу, вы не можете себе представить, как я его хочу. Ну, пока в этом месяце точно, наверное, не получится купить. Почти в каждом Get Ready Me я напоминаю вам об этом парфюме, но реально он такой интересный, такой многогранный, такой необычный. Уф, Golden Dala. Вот, еще к фейку. Мне как-то пару раз писали, что когда входишь в мир нишевой парфюмерии, то уже соскочить очень тяжело, реально. Мне сейчас хочется именно покупать более нишевую парфюмерию. Вы знаете, самое интересное, что хочется покупать нишевую парфюмерию. Кстати, еще один парфюм очень дешевый заказала, посмотрим, каким он окажется. Гурманский должен быть, то, что я люблю. И это копия на один из ароматов. Пока не буду говорить, чтобы, ну, интереснее было, чтобы вам посмотреть потом видео. Так, где у меня кисточка? Я вчера использовала кисточки, кстати, тоже от Essence новые. Так, на следующий оттенок я возьму, нет, не этот, вот этот. Рыженький такой цвет, очень красивый. Очень красиво, люблю такие оттенки. И как раз таки вот эта вот кисточка, она и чуть-чуть и растушевочная, и прям удобно на внешний угол глаза, потому что у меня глазки небольшие, плюс нависшее веко, и такие кисти прям must have. Говорю же, когда увидела эти кисточки, я прям уф, обрадовалась. Люблю такие маленькие кисточки. Так, этот оттенок у меня пойдет также на складочку немножко. Вот таким вот образом. Посмотрите, какой рыжий красивый оттенок. Лисичка прям. Лисичка. И да, парфюм заказала, кое-какую косметику заказала с магазина Douglas, с интернет-магазина. И все, я вам покажу, когда ко мне все приедет. Такой мини-хол будет. Ну, как раз таки такой мини-хол можно после работы заснять, быстренько пройтись по продуктам, то, что я купила. И самое интересное, конечно же, тот парфюм, он недорогой, девочки, он стоит 7 евро 99 центов, мне кажется, всего лишь. Но говорят, что от оригинала почти не отличается. Ну, конечно же, оригинал есть оригинал, тем более оригинал — это а-ля больше нишевая парфюмерия. И еще я мысль, мне кажется, не договорила по поводу нишевой парфюмерии. Мне реально хочется только Xerjoff покупать, потому что другие не пробовала, и Xerjoff настолько запал мне в душу, можно сказать, настолько все ароматы уникальные, которые я купила. Я вам еще не сказала, я еще из серии Косомарати купила один парфюм, девочки. Я его заносила. Он такой стойкий на волосах, а я им наслаждаюсь по вечерам и на работу носила. Но это как-то в отдельном видео я вам все-таки покажу этот парфюм.
Он такой вкусный, такой приятный. Да, парфюмы от Ксержов меня просто покорили, можно сказать. Покорили. У них мне упаковка очень нравится. Мне нравится вот эта вот тяжесть, люксовость их, нишевость даже, можно сказать. Да, не люксовость, а нишевость. Колпачки тяжеленные. Прям чувствуется качество этих парфюмов. Ну и сами ароматы. Конечно же, есть там те парфюмы, которые мне абсолютно не подходят. Допустим, Herba Pure мне вначале нравится. Первые несколько минут там настолько фруктовый взрыв, очень приятный, то, что я люблю. Но потом, к сожалению, очень такая мужская нота какая-то для меня появляется именно на теле. Потому что Herba Pure я только на тело наносила, на кожу точнее. И вот эта вот база, базовые ноты мне не особо нравятся. То ли мускус там так преобладает, не знаю, что там есть. Но такое прям реально неземельный даже. Вот чувствуются мужские ноты. Вот из-за этого Herba Pure не хочу. Ну, из этой линейки V Collection, мне кажется, эта линия называется, с бархатными такими упаковками. Хочу еще другие попробовать, может быть, что-то есть, то, что меня зацепит. И вообще эти парфюмы нужно в разное время года пробовать, действительно, они по-разному все раскрываются в разное время года. И в зависимости от температуры, в каком помещении вы находитесь и так далее, реально. Я просто в шоке. Мне нравится то, что на коже они не обесцвечиваются, да, они теряют свою изящность, как уже говорила, вот это вот мне нравится в парфюмах Ксержов. Не замыливаются, как люксовые и бюджетные некоторые ароматы, которые наносите на кожу, и через некоторое время реально похоже становятся все один на один. Так, сегодня частенько кофе пью, потому что к концу Get Ready With Me у меня всегда кофе остывает. Так, вот пока что-то непонятное получается, но все будет нормально. И теперь я попробую нанести вот этот темно-коричневый оттенок, который вчера, к сожалению, не очень хорошо ложился у меня. Так, где моя кисточка? Тоже от Essence я кисточку, вот эту вот кисть-карандаш, да, вот кисть-карандаш использовала. Там даже этот оттенок, видите, на кончике коричневый, темно-коричневый возьму, вот он, самый темный оттенок. И вчера он пришивил, сейчас посмотрим, как сегодня будет работать. И это было на базе Revolution Pro, забыла, да. Сейчас он не пришивит, хотя... И он поярче почему-то раскрывается. С другой стороны, да, казалось бы, я еще вчера думала, казалось бы, базу наносите, а потом сверху еще припудриваете, и, ну, пудровые продукты идут, и вроде как сцепка тоже не такая сильная остается, да, как если сразу наносить на базу. Я думаю, как это возможно? Базы настолько могут отличаться, и сейчас я вижу... Сейчас я вижу. И по насыщенности. Удивительно. Удивительно. Как такое возможно? Вчера этот оттенок настолько легко наносился. То же самое делала, девочки. То же самое. Не знаю, с чем это связано. Ух, вот реально сегодня классно раскрывается. Сейчас посмотрим на этом глазе. Будет пришивить. Знаете, да, с этой стороны тоже плешивость есть. Я думаю, все-таки этот оттенок нужно вначале наносить и не на припудренную базу. Но, тем не менее, насыщенность этого оттенка намного-намного ярче, чем на базе Revolution Pro. Да. Не знаю, может, другой оттенок взять?
Допустим, мне вот этот вот очень нравится. Intimate. Спокойный оттенок. Ой, спокойный макияж такой получится. Так. Возьму предыдущую кисточку от Essence. Теперь края растушую. Интересно. Наверное, это такой цвет немножко капризный, потому что некоторые оттенки, именно темные, я имею в виду, от Beauty Bay, забыла название марки, от Beauty Bay темные оттенки наслаиваются хорошо. Возможно, тут у этого цвета немножко сцепки нет. Вот опять-таки же тут плешивость появилась. Вот чуть-чуть наслою. И все равно, да? Сейчас получше растушуем. Пока так. Потом я еще возьму более пушистую кисточку и растушую. Так, камера снимает, снимает. Все снимает. Так приятно пользоваться какими-то другими палетками. А то уже так долго не меняла косметичку. Планирую чуть-чуть почаще менять, но не знаю, как у меня получится почаще ее менять. Ну, хотя бы каждые 3-4 недели, а не 1,5-2 месяца, да. Считайте, больше 1,5 месяца прошло с прошлой косметички. Помните, в одном из Get3DM Me я вам говорила, что... Так, секунду, давайте, прежде чем болтать... Я, наверное, возьму вот этот вот, все-таки мне хочется я с этим цветом сегодня воспользоваться. Вот он, дуохромный, Intimate называется. Я его буду наносить на все подвижное веко. Помните, в прошлой косметичке, когда я бронзер наносила, говорила, а бронзер-то у меня есть другой. Просто я думала, что у меня в косметичке только бронзер от Catrice, который... проекте и кремовые бронзеры. Я вам сказала, что я сочетала бронзеры различные. Я помнила, что у меня реально в голове было такое, что я использовала другие бронзеры из косметички. И потом, когда я косметичку вот в тот день собирала, я увидела, что бронзер-то был. Я действительно использовала. Был у меня бронзер от NARS Laguna, в оттенке Laguna. И также бронзер в начале января я заканчивала от Essence. В пустых баночках вам показывала. И поэтому я вам сказала, такое ощущение получилось, что я как-то вас обманываю. Хотела это тоже в этом видео об этом сказать. Хотя не такая уж прям важная информация была, но тем не менее. Какой красивый оттенок, девочки. Он переливается из персикового в розовый. Какая прелесть. Сейчас я наслою этот оттенок. Девочки, обалденный оттенок. Тут поярче надо сделать. Базовый такой макияж, но уже более летний. И вы знаете, эта розовость, она не холодная, а из-за того, что там есть подложка такая персиковая, ну не подложка, сказала бы, здесь и розовый преобладает, и персиковый одинаково. Потому что иногда такие дуохромы в каком-то цвете больше преобладания оттенка, да? Здесь нет, здесь они одинаково как-то распределены, и когда вы головой вертите, крутите, эти оттенки очень отчетливо видны. Не знаю, как на камеру.
Пальчиком немножко наношу, чтобы поярче было. Девочки, потрясающий оттенок. Что вчерашний, вот этот вот зеленый, дуохромный, красивый, что это? Какой красивый. Какой красивый. Так, возьму снова кисточку от Essence. Чуть-чуть вот тут вот края растушую. Чтобы не было четких переходов. Я сегодня, кстати, реснички принесла на краешек. Снова реснички от Essence. От Essence вроде я купила, да, такие пучки. И мне теперь нужно еще получше растушевать, потому что мне здесь вот не нравится. Сделать стрелочки или не делать? Не знаю. Сейчас я за кадром подумаю, делать мне стрелки или нет. Накрашу реснички, потому что не совсем интересный процесс. Приклею также накладные реснички, вернусь к вам, и мы продолжим с лицом. Одна из интересных тоже частей. Люблю оформлять лицо. Так, увидимся. Давайте продолжать. Я все-таки стрелочки не стала делать, только пучки наклеила. Здесь вот по краешкам, и все. Первым делом я буду использовать вот этот вот праймер от Touch and Soul. Я, кстати, в косметичке, мне кажется, забыла сказать, что этот праймер действительно работающий. И зона возле носа очень классно смотрится, когда я использую этот праймер. То есть тональная основа красиво в течение дня лежит. Так, этот праймер наберем. И на остальную часть лица я буду использовать праймер от Essence, увлажняющий. Вот в эти зоны я только наношу. Иногда бывает на Т-зону тоже и на нос. Вот. И вот сюда вот можно, в принципе. Достаточно много набрала. Продукта нужно совсем немного, прям как пилюсечку, чтобы везде разнести. Реально классный праймер. Очень классный праймер. Вообще от Touch and Soul, я знаю, есть еще какие-то праймеры более, мне кажется, увлажняющие. Но сейчас мне праймеров не нужно. Столько праймеров, очень много. И в проекте от Revolution. И этот от Essence, и еще там несколько праймеров, которые в ящичках лежат. Так, это я нанесла. Вот он, праймер серум от Essence. И вы знаете, я так поняла, что отличие только в том, что здесь помпа, удобнее пользоваться, и потрясающий арбузный аромат этого праймера. Все. Больше, в принципе, я различия не увидела. Я подумала, что, возможно, этот праймер немножко липкий, нежели который идет с черникой. Но нет, девочки, нет. Тоже очень классно. Хотела на нос нанести. Тоже очень классное увлажнение дает этот праймер. Так что... У них практически отличий нет. Что я имею в виду? Сейчас на блюрящий праймер еще от Essence праймер нанесла. Не знаю, что получится. Надеюсь, эта зона подбородка будет нормально смотреться. Так. Праймер я нанесла. Вчера я использовала тональную основу, опа, от Elf. Как же она мне понравилась. Вспомнила, что это за тональная основа, но я сегодня ее не буду использовать. Она темновата сейчас, когда автозагар нанесу, то тогда можно будет воспользоваться. А сегодня решила взять основу от Fenty Beauty и буду использовать только ее. И этот цвет мне должен хорошо сейчас подойти. Опа! Да, видите? Достаточно светлый оттенок, плюется. Прям с горлышка так буду наносить. Такие звуки. Ух. Такие звуки. Буду использовать вот такую вот кисточку от Ecatools. Кстати,
Я эту кисточку раньше использовала для бронзера, но, знаете, в последнее время мне очень нравится разносить тональную основу этой кисточки, потому что не оставляет полос, прям классная. Ну, если какие-то полосы у меня на лице после использования кисточки, я всегда сверху прохожусь спонжиком, и все нормально, коррегирую это. Мне кажется, я тональную основу от Fenty Beauty вот так вот не наносила самостоятельно. Всегда комбинировала вот в прошлом году из прошлого проекта тональную основу от Clinique. Я ее, кстати, тоже не добью. Вот почему я не взяла много тональных основ, потому что у меня из проекта уже было 4, ну еще маленькие там, да, 4 тональные основы, плюс клиник, 5 стояла, из-за этого я не стала брать много тональных основ, потому что хочется хотя бы клиник закончить из прошлого проекта и пользоваться еще из проекта, которые в этом году тональные основы. Ну и, естественно, тоже не хочется, чтобы остальные у меня лежали или даже ждали своего очереди. Говорю же, будет хорошо, если я хотя бы 30-40% из косметички продукты буду использовать в течение месяца. Но пока косметичка это у меня в действии, можно сказать. Вот, смотрите, красивый тон, очень красивый. Вообще не утяжеляет, и реально вот эта кисточка обалденная для тональной основы. Она не слишком плотная, и из-за этого, возможно, легко как-то разносит тональную основу. Когда слишком плотная, я поняла для себя, когда слишком плотный ворс для тональной основы, тогда он и разводы оставляет. Так, вот тут немножко растушуем. Красивый. Буду использовать я от Huda Beauty консилер. Я вам упомянула, что Huda Beauty может побить мой любимый консилер от NARS. Поэтому я тестирую целую неделю этот консилер. Вчера тоже его наносила, сегодня тоже буду использовать его. И реально зона под глазами настолько увлажненно смотрится с этим консилером. И самое интересное, когда же вы улыбаетесь после 30 еще нормально, при улыбке у вас не настолько вот эти вот морщины вот в этой части, я имею в виду гусиные лапки, как они еще легкие, но вот, девочки, последний год я вижу, что более глубокие, ну, при улыбке более глубокая тут морщина становится, и когда вы консилер используете какой-нибудь, то вот эта вот часть, она более явная становится. Когда без косметики нормально, а когда уже косметику наносите, то эта часть реально явной становится при улыбке, и в течение дня, представляете, столько вы улыбаетесь, это все ярче. А с этим консилером это настолько более сглаженно смотрится, настолько более натурально, я просто говорю же, прям, не знаю, классный консилер. Хочется ее новинку попробовать, конечно. Тот консилер еще больше хвалят. Тем более это старая у нее версия консилера, а тот это новинка. В тюбике в обычном. Не в тюбике, ну, в стандартных таких для консилеров упаковки. Вот. Такой консилер. Прям освещение на меня падает и непонятно. Перекрыла, не перекрыла, чуть-чуть, может быть, добавить. Покрытие, единственное, мне показалось, что менее покрывает, нежели от NARS. Но при наслоении никакого эффекта пирожка нет. В течение дня, я имею в виду. Так что вот что я приметила вчера только. Сейчас сегодня еще поношу. И посмотрим. Но не только сегодня, я говорю, что целую неделю хочу только этот консилер.
носить под глазки. Так, что мне нужно? Все, мы, в принципе, закончили с тональной основой, такая бледненькая. Далее буду использовать новую пудру от Jeffree Star. И также на лоб нанесу пудру от Revolution. Конечно, не скажу, что пудра от Revolution как-то долго держит жирный блеск, ну, контролирует жирный блеск на лбу. Часа 3-4, наверное, девочки, а потом уже лоб начинает жирниться. Что сказать по поводу этой пудры? Очень мне понравилась эта пудра тоже, но нужно тестировать. Это пока только вчерашнее первое впечатление. Я не скажу, что супер какого-то сияния на лице увидела, но эта пудра, конечно же, отличается от оригинальной Jeffree Star, которая реально матирует кожу, реально матирует, а это нет, она не матирует. Да, она слегка блеск убирает, если тональная основа более такая светящаяся, да, но все-таки это не матирующая пудра. Живая очень, и к концу дня мне понравилось то, что меня самое главное же интересовало, чтобы к концу дня лицо у меня выглядело красиво. И у меня все выглядело красиво, а не то, что от Revolution как старушка становитесь, можно сказать. Ну, не в прямом прям смысле, да, а все-таки лицо более застаренное становится. И почему-то эта пудра не так пахнет. Да, эта пудра не так приятно пахнет, как оригинальная. Оригинальная просто балдею, там очень приятный парфюмированный аромат. Хотя, с другой стороны, для кого-то, возможно, это и плюс. Так, с пудрой мы закончили. Точнее, не совсем закончили сейчас. Другую кисточку. Для этой пудры я использую другую кисточку, вот, от Revolution. Ну, потихонечку использую. Надеюсь, получится у меня при нанесении только на лоб эту пудру как-то закончить в течение года. Вот таким вот образом. И достаточно. В принципе, я и от Jeffree Star нанесла сюда пудру, но пусть будет. Пусть будет. Далее. Так, девочки, кофе надо попить. И время посмотреть, сколько по времени. О, что у меня прям затянулось. Видео. Ну, не видео, я же еще за кадром оформляла реснички. Вот уже кофе подстывает. Бронзер буду использовать от Essence для темной кожи. Я люблю очень для светлой кожи. Вы знаете, я вчера наносила, хотя мне вчера говорили, что тональная основа более темная от Elf была. Возможно, сейчас поярче будет этот бронзер. Мне не показалось, что он намного для темной кожи. Вот что я имею в виду, сейчас посмотрим. И тоже с рыжинкой цвет. Поэтому он мне понравился, он мне понравился. Видите, какой легкий, набрала достаточно много. Хотя, с другой стороны, у меня кисточка Dua Fibra. Но с этой кисточкой я использовала и бронзер от Catrice, один из моих тоже любимых. Ой, какой красивый оттенок. Это тоже цвет, мне нравится, девочки, очень мне нравится. Вообще обожаю этот бронзер. Единственное, что я заметила, так у меня здесь что-то не очень зашивалось. Единственное, что я заметила, этот бронзер не так ярко пахнет, как предыдущий, который у меня последний был. Вот. Так, шея все-таки у меня светленькая, поэтому нанесем бронзер сюда. В принципе, у меня кофточка будет такая с горлышком. Думаю, сегодня с горлышком один, поэтому только вот здесь вот буду наносить, чтобы не совсем было. Переход, чтобы не совсем точный, яркий был, четкий. Поэтому я бронзер наношу и на шею. У меня спрашивают, как у меня так быстро бронзер заканчивается, тем более здесь 15 грамм. Я уже вам не раз рассказывала, почему у меня так быстро бронзеры уходят, потому что я на шею тоже наношу.
Плюс от Essence продукты для лица, они очень рыхлые, можно сказать, не настолько сильно спрессованные, и закончить продукты от Essence на самом деле очень легко. Далее я буду использовать новинку румян от Альтера Натур Косметик. Так, мне нужно маникюр менять. Возможно, я сегодня маникюром займусь, обычными лаками. Тем более сейчас середина недели, гелевый маникюр не хочется делать. Вчера тоже я использовала этот оттенок, посмотрите. Его, кстати, мне кажется, можно самостоятельно использовать как а-ля бронзер румяна. Вот что мне показалось, когда я вчера наносила. Смотрите, какой красивый цвет. Под этот макияж прям идеально подходят эти румяна. Уф, какой же классный оттенок. Красота. Красота. Такой солнечный макияж получается, в плане того, что летний уже, как будто бы я там на пляж собралась. Или просто на прогулку пляжную. Все. А, хайлайтер. Да, хайлайтер я буду использовать. Вот как раз таки держу от Pat McGrath, то, что я переспрессовала. Вот такой вот оттенок. Кстати, я его вчера наносила, и вы знаете, мне показалось, что этот хайлайтер подчеркивает текстуру. Сейчас посмотрим. Возможно, это и от тональной основы зависит. Да, все-таки хайлайтер подчеркивает текстуру. Более явная текстура сразу же становится, но красивый, видите, очень яркий, красивый. Если текстурная уже кожа. Да, еще что я заметила, вот как мне стукнуло 35, после 35 такие уже возрастные изменения начались проявляться, ну, очень сильно. Вот где-то до 34,5 у меня прям такой сильной текстуры кожи не было. И вот после 35, мне скоро 36, начали появляться, ну, вот это вот... Неровности не видны, когда у вас нет макияжа на лице. А когда макияж наносите, уже начинают появляться неровности, которые мы не видим при обычном уходе, да, просто. И вот хайлайтеры тут уже, конечно, нужно подбирать по интенсивнее, можно сказать. Очень хорошо на уже текстурной коже хайлайтеры кремовые смотрятся, а вот эти вот чуть-чуть уже подчеркивают, но не скажу, что сильно, но тем не менее подчеркивают. Все, девочки, перестаю болтать, быстренько бровки оформлю, губки накрашу, вернусь к вам с окончательным результатом, и мы с вами на этом будем прощаться, а то реально видео мне затягивается, в плане того, что я не успеваю по времени. Ну вот я готова, на губы я наносила один из моих любимых оттенков от NYX, Стокгольм называется цвет помады. Почти всегда кто-нибудь спрашивает, когда я использую эту помаду, что у меня на губах. Знаете, чем мне нравится эта помада еще? Я вам никогда, мне кажется, не рассказывала. То, что когда вы ее наносите, когда она немного подсыхает, она более объемными губки делает. Не знаю, вот эта вот верхняя часть, она более объемная становится, губки такие пухленькие, интересненькие, потому что сами по себе у меня верхняя губа абсолютно не пухлая, вот, и оттенок, конечно, потрясающий у меня из такого летнего макияжа, более осенний получился, потому что цвет более именно осенний, но к этому макияжу мне показалось, что идеально эти губки подходят, посмотрите, какой красивый оттенок, я просто обожаю этот цвет, девочки, но и макияж. Надеюсь, камера передает, насколько это интересный перелив из розово-коралловый, хотя нет, розоватый, тоже вот сейчас смотрю. Так, я тут тушь испачкала, даже не заметила. Надо почистить. Вот. Надеюсь, камера всю красоту передает. Девочки, какой же красивый оттенок. Что вчерашний макияж классный получился, что сегодня. Если получится, я с тем оттенком попробую вам еще макияж заснять. Ну, как у меня желание, конечно, будет для Get Ready With Me. А на этом буду, девочки, заканчивать. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующих видео. Желаю хорошей вам недели. Я думаю, вы это видео увидите или сегодня вечером, если я успею отредактировать, и как у меня настроение будет, или уже завтра. В среду утром. Все, пока-пока.